Друзья, привет! Вот пришло время, так скажем, прощаться с нашим Петюней. Поедет он в новый дом. Вот такой вот красавчик у нас в таком вот аквариуме. Если кому будет интересно, ссылочку прикреплю. Там на аквариум, ну, растения там, грунт, все это. На птичке покупалось. Ну, вот аквариум на птичке не стал брать. Дороговато как-то у них. 900 рублей, а человек хотел сэкономить. Ну вот, так что поедет аквариум, растения, грунт, сам Петя. Ну, в общем, полностью запущенный аквариум с петушковым кормом. Вот. Ну, как говорил ранее, человек хотел сэкономить. Ну вот, дочке в подарок первая рыбка, чтобы такая особо не проблемная была. Ну, сошлись на том мнении, что петушок подойдет в этом плане идеально, то что не нужен будет компрессор. Все хорошо. Вот, и в общем, сие чудо человечку обошлось в 1800 рублев. Вот так вот. Стесняется наш Питер. Сейчас мы его переливаем, точнее, сажаем в банку, сливаем воду и везем. И обещались нам скинуть видео вручения подарка дочери. Но это, если не ошибаюсь, там 17 числа что ли будет. Вот, так что вот такие вот у нас пироги.